Так, всем приветствую. Сегодня видео опять про готовку. Если на нашем канале появляется видео с едой, это значит, что-то неординарное. Ну или что такое, что хотелось бы показать. Попался мне гостили хреном. Вот я его почистил. Решил сделать хреновину, аджику, как ее по-разному называют. Или аджика с хреном и с чесноком называется. Для этого мне нужно 1 кг помидор, 150 грамм хрена, ну и 1,5 головки чеснока. Чеснок вот такой ладный. Где-то чаем столовую ложку перца и чуть меньше столовой ложки соли. Соли много класть не надо. Будет без варки эта аджика. И соль она только портит. У нее начинают помидоры, сыры не вороны, они немножко начинают портиться. Поэтому первоначально я очищу от шкурки помидоры. Да и кипятком я их обдам. Сниму шкурку и перекручу. Перетер я помидоры, все с ними сделал. Почему я решил именно с хреном? Недаром мне его подарили. Сказали, делаешь ли я аджику. Сказал, конечно. И мне дали хрен. Это очень полезное вещество. Повышает иммунитет. Особенно с чесноком, так при любой болезни. Например, допустим, я вот никогда не болею. Сколько раз замерзал. Максимум у меня было 10 часов, когда я был все время на холоде. Непрерывно. Мы пришли из леса, вообще не заболел. Вот такое чудо. Средство сейчас я туда перетру чеснока. Но хрен я буду отдельно обрабатывать. Я покажу, как я это делаю. Вот, потом перемешаю. Смотрите. Чеснок. Так как хрен воздействует на слизистую оболочку, то я поступлю таким образом. Это буду делать через пакет. Не знаю, влезет ли эта тарелка сюда. Я вот в эту тарелку. Сниму я эту насадку. Кстати, я на самой мелкой терке делаю. Так вот, смотрите. На самой мелкой терке он получается очень такой идеальный. Ну вот, практически я еще крутанул. Можно было там по другим способам, но это, мне кажется, самый простой. Все. Сейчас будет. У меня отец, когда раньше заготавливал хрен, он все это делал в противогазе. Ну, я думаю, это излишне. Ну так, поехали. Хрен перетер, не буду я его сейчас открывать, потому что будет аромат на всю
квартиру. Я не говорю, что это плохой аромат, но этот аромат будет раздражать и свой желудочек. Теперь беру столовую ложку соли. Непременно соль нужна здесь. Ну, даже столовую поменьше. Соль не совсем полезна. Ну и перца красного. Некоторые берут огонек. Одну перчинку, но я как бы без разницы я не чувствую. Что так делаешь. Вот. Начал уже проникать из пакета аромат хрена. Так, ну можно побольше. Видно, что я как-то поставил ее. Все. Так, уже хрена куда проникает из мясорубки. Так. Фу, не то что... Да, начало уже чуть-чуть нос печь. Но это не страшно, это очень даже полезно. Некоторые рекомендуют просто раз в день нюхать хрен. Потому что он убивает микробы. Так, так что для меня это даже польза. Вот здесь вот. Вот на такой маленькой терке я делал. Как это называется? С самыми маленькими дырочками я взял. Некоторые обваривают, но если уже надолго. Ну, так она хранится не вареная где-то полгода. А вареная вид, она хранится. Да, уже глаза у меня слезятся. Оно хранится. Мы вареном 2 года. Да. Глаза заслезились. Форку надо открыть. Это очень классная штука получается. Она постоит. Ей надо дать постояться 2 дня. В принципе, мне и так уже ничего. А, ядреная. Рекомендую. Очень такой классный рецепт. Вот реально, хренодер. Ложка постоит, она все, все впитает, и соль. Ну, надо, чтобы она выстояла 2 дня, не меньше. Следующий буду готовить по-другому немножко рецепту, но уже на зиму и не только для себя, это уже чисто для себя тут. Крема много, чтобы она была ядреная, как я люблю. Все. Еще потом буду квасить капусту по своему по-мурманскому способу, так что не пропустите. Канал в основном посвящен Мурманску, поэтому у меня все такое, что здесь полезное необходимо делать, чтобы не болеть, ну, сами понимаете. Все, всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну или дизлайки, кому не понравилось вот это вот варево. Это не варево даже еще. Варить, скорее всего, я буду. У меня еще где-то 3 килограмма помидор. 150 грамм хрена. Ну и вот с этим я буду делать аджику, следующую партию.